Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у меня гайд, как настроить FPS, вообще как следить за ним в играх в Steam. Давайте сразу без лишней воды отвечу на вопрос, на что влияет FPS. Как правило, как говорится, чем выше показатель, тем лучше. Так как движения будут плавнее и реалистичнее, при низких значениях наблюдается подвисание, игра с постоянной кадровой частотой или пропускание кадров с переменной кадровой частотой. Ну что же, давайте покажу, как без лишних программ все это настроить именно в Steam. Смотрите, заходите вы в Steam, заходите на свою домашнюю страницу. То есть берете, жмете, допустим, на любую игру, жмете Steam, нажимаем настройки. Здесь вот есть такие вот у вас настройки, короче, выводятся. Здесь аккаунт, семья и именно графа в игре. Выбираем ее, нажимаем отображение частоты кадров. То есть здесь у вас, наверное, по умолчанию будет отключено, и здесь можете включать. Либо где он у вас будет отображаться, в левом верхнем углу, в правом верхнем углу. Короче, выбираем в левом верхнем углу высокий контраст счетчика кадров. То есть это чтобы ярче отображался ваш счетчик. Можете поставить галочку, ну а дальше дело за малым. Жмем ОК. Ну и далее запускаем любую игру. То есть вы зашли в игру, и вот такой маленький зеленый счетчик будет в верхнем левом углу. Ну, там вы его можете расположить, как сами захотите. То есть здесь можно спокойно теперь следить за FPS. Не во всех играх, конечно, в настройках есть свой счетчик FPS, поэтому вот такой вариант можете применить именно в стимовских версиях игры. То есть даже на примере другой игры этот счетчик тоже будет работать. Так что, ребятки, вот такая полезная штуковина есть в Steam. Ну а причина падения FPS в играх, если ты спросишь, наиболее частая и распространенная причина проседания FPS – проблемы с интернет-соединением. Итак, тест пройден, и оказалось, что интернет работает как часы, тогда причина проседания по FPS может крыться и в устаревших или неправильно установленных драйверах видеокарты. Там уж копай уж сам дальше. Ну что ж, если тебе понравился данный гайд, пальчик вверх, подписка на канал. Пока, удачи в играх!